С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Force профессиональный. Код товара 41421. Данный набор выпускается в трех вариантах. 12-гранными головками. Головками Superlock, так званый Surface. И 6-гранный набор. У нас представлен в видеообзоре сейчас 6-гранный набор. В принципе, по комплектации они все одинаково идут. Так, по комплектации набора давайте начнем. В наборе идут 3 рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Вот трещотка на 1 вторую квадрат. 24 зуба имеет реверс. Они разборные, то есть можно поменять механизм, который внутренний, когда он износится. И они силовые, то есть 24 зуба. Рукоятки пластиковые. В старых наборах, старого варианта, они идут рыжие, с насечкой. Сейчас они выпускаются вот в зеленый пластик. Имеют весь инструмент в наборе, имеет номер согласно каталога и надпись Force. Далее трещотка под квадрат 1,4, также на 24 зуба, с реверсом, быстрый сброс головки имеет и рукоятка пластиковая. Отличается здесь у нас трещотка только на квадрат 3 восьмых. Она вот шарнирная, можно выгнуть ее в любую сторону. Вот и данная трещотка, размер ее 27 сантиметров. Также она является разборной и имеет номер согласно каталогу. Далее, вороток шарнирный. Длина 410 мм. Очень, кстати, полезная вещь. Вот ним нужно срывать гайки, но не трещоткой, как некоторые делают. Даже трещотка силовая на 24 зуба может у вас полететь. И имеет номер также согласно каталогу и надпись Force. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,2. Также он служит как удлинитель 250 мм. А этот переходничок можно использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. Так, далее по удлинителям. Удлинитель под квадрат 1,2, еще один есть в комплекте. Здесь длина его 75 мм. Так, далее удлинители под квадрат 3 восьмых. Их тоже здесь два в наборе, 75 и 150 мм. Также имеют номера согласно каталога и надпись Force. Удлинители под квадрат 1,4. Здесь их три, очень плотно инструмент сидит в своих гнездах. Это очень хорошо, потому что исключает выпадание. Вот. Здесь три удлинителя под квадрат 1,4. Сейчас я его достану, потому что очень плотно сидит. Вот. Три удлинителя под квадрат 1,4. 100 мм, 50 и 150 мм. Удлинитель, который у нас идет под 150 мм, также служит Т-образным воротком. Есть вот такой вот переходник, который одевается. Переходник может служить с перехода с квадрата 3 восьмых на 1 четвертую. Можно использовать. Так, отвертка. Отверточная рукоятка, вернее назвать ее. Также имеет номер. И имеет такое отверстие в рукоятке верхней. Можно использовать трещотку, подключать 1 четвертая. Или там удлинитель подсоединять еще. Эта отвертка используется с переходником. Вот он. Одеваете переходник. И есть набор бит большой. Шестигранники. Есть биты торкс, крестовые и шлицевые. Выбираете нужную биту и подсоединяете. Далее эту рукоятку можно использовать с головками под квадрат 1,4. Вариантов тут множество, можно экспериментировать. Далее, гибкий удлинитель под квадрат 1,4 для труднодоступных мест также есть. Большой набор ключей, 17 штук в комплекте. Ключи комбинированные, самый маленький размер 6 мм. Хром ванадий надпись.
Точно все при заказе инструмента интересуются, есть ли надписи на инструменте в наборе. Поэтому, потому мы и рассказываем, что есть надпись Force и есть номер согласно каталогу. И самый большой ключ в наборе 24 мм комбинированный. Так, шарнирные карданы 1,4, 1,2 квадрат и 3 восьмых. На все 3 квадрата рабочих есть шарнирные карданы. Они скреплены металлическими вставками. Карданы идут неразборные. По головкам. Под квадрат 3 восьмых у нас головки в комплекте идут 12-гранные. Головки по 12 граней. Самая маленькая у нас идет 6 мм. И самая большая 12-гранная на квадрат 3 восьмых у нас идет на 22 мм. Тоже Force, надпись, номер согласно каталога и материал изготовления. Головки Torx. Здесь их 10 штук. Самая маленькая E4 Torx внутренний. И самая большая Торкс, это E20. Шестигранные головки. Головки шестигранные, я вам перечислю все полностью, под квадрат 1,4, под квадрат 1,2 и 3 восьмых. Здесь их 28 штук. Самая маленькая головка на 4 мм, 6 граней. И самая большая, это 32 мм. Они, получается, половина глянцевая головки и половина матовая идет. Так, по нижней крышке все вам перечислил. И давайте перейдем на верхнюю часть. В верхней части у нас Г-образный вороток. Вот он. 260 мм. Также он идет под номером и Force надпись. Здесь что, этот набор считается полностью универсальным. Здесь и шарнирный вороток, и Г-образный вороток. То есть полностью весь комплект инструментов. Покупая данный набор, вам уже не придется докупать инструменты еще в дальнейшем. Так, молоток. Длина 29 сантиметров и вес 400 грамм. Рукоятка деревянная. Также выбита Force и номер согласно каталогу. Набор разрезных ключей. Здесь их 5 штук. И перечисляю вам, какие размеры. 8-10, 10-12, 11-13, 12-14 и 17-19. Ключи разрезные можно использовать для трубопроводов. Их часто используют. Хром-ванадий, Force и размер. Далее плоскогубцы. Длина 190 мм. Рукоятка комбинированная, резина зеленый цвет и желтый это пластик. Также имеет номер согласно каталогу. Клещи зажимные. Также имеет номер согласно каталогу. Длина их 225 мм. Две свечные головки. 16 и 21 мм с резиновыми вставками внутри. Так, отвертки. По отверткам здесь 4 отвертки обычные. Сейчас я вам покажу. Это шлицевая, крестовая, средняя, средние размеры. И имеется у нас 2 отвертки ударные. Вот они. Шлицевая и крестовая также есть. Ударные. Две отвертки ударные имеются в наборе. И две маленькие. Крестовая, шлицевая. На отвертках нанесен размер. То есть есть на каждой отвертке. И набор Г-образных ключей. Также в наборе присутствует. Здесь их 10 штук. Самый большой это на 14. И самый маленький ключик
2,5 мм Г-образный. То есть присутствует практически весь инструмент, который необходим в работе при обслуживании автомобиля. Поэтому данный набор, очень удачная комплектация у него. Если вам нужен профессиональный крепкий инструмент, который вы покупаете не на один год, то присмотритесь к данному набору. Выпускается набор в Тайване и имеет положительные отзывы покупателей, которые уже купили данный набор. Теперь по кейсу для хранения инструмента. Состоит он из двух частей и скреплен металлическими штифтами. И по габаритам самого набора. Защелкнули. Вот так. По габаритам самого набора. Набор весит 14 кг. И габариты его. Ширина 56 см. Длина 35. И высота 8 см. Весит набор 14 кг. Запирается на 4 металлические защелки. Две защелки по бокам. И две защелки вот впереди идут. С надписью Force. Наборы Force поставляются, нет на них упаковки картоновой, как обычно набор упаковывается. Здесь просто идет наклейка, надпись Force Professional Tools и вот такая вот наклейка с комплектация набора указана. И варианты набора, которые имеются: 12-гранный, 6-гранный, Surface и 6-гранный. Пластик довольно прочный, то есть не проваливается. Ну, видно сразу, что профессиональный инструмент высокого качества. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.